рад всех видеть, драгоценные. Меня зовут Виктор Судаков, и я служу старшим пастором в Екатеринбурге в церкви «Новая жизнь». И когда-то, когда мне было 17 лет, я впервые в своей жизни услышал Евангелие, и я принял Иисуса Христа в мое сердце в 17 лет, и в 19 лет я стал пастором церкви, и в этом году будет 30 лет, как я уже служу в конце года, 30 лет пастором церкви, слава Богу. Поэтому я верю, драгоценное, что вас может ожидать такое будущее, о котором вы не подозреваете. Я, будучи советским школьником, никогда и не подозревал. Никто из советских детей в советское время не мечтал быть пастором, а тем более епископом. Вообще не мечтал. Но пути Господни неисповедимы. И, драгоценное, сегодня вечер, и в последнее время мы вместе с нашей командой вместе каждое утро читали по главе из книги пророков. Мы читали Исаию, читали книгу пророка Иезекииля и Иеремии, обсуждали каждое утро. И вы знаете, я вам скажу, что я невольно обратил внимание, что чуть ли не большая часть пророчеств, о которых говорили великие пророки Ветхого Завета, относились не столько к будущему, сколько к настоящему. Да, пророки, конечно, говорили о будущем, но намного больше они говорили о том, что происходит, словно их миссия была открыть глаза людей, чтобы люди увидели, смотрите, что происходит вокруг вас. И кажется странным, думаешь, а зачем нам нужны пророки, чтобы показать, что нужно? Может быть, раньше люди были какие-то глупее, может, они не все понимали, может быть, они какие-то были, ну, вот не как мы такие развитые люди, а такие немножко, ну, вот такие, ну, ветхозаветные они были люди. И не понимали, может быть, им нужно было показывать о том, что происходит в настоящем. Но если мы с вами посмотрим то, что происходит сегодня, согласитесь, сколько разных событий мы видим. И сколько событий, столько разных и мнений. Что касается там масок, что прививок, что коронавируса. Когда начинаешь на любую тему говорить, то взгляды часто диаметрально противоположны, правда же? И такое ощущение, что без пророков не разобраться нам сегодня. Нам сегодня нужно тоже, а что же происходит вокруг нас? В какое время мы живем? Что происходит вокруг? И часто, знаете, мне приходится слышать, что вот как-то вот, вот пастыры у нас появились, а вот как-то другие дары с ними как-то вот, как-то слабовато вот у нас. Слышали, может, такие разговоры? Нам нужно больше вот этих даров, там, пророков, евангелистов, учителей, а не только пасторов. И у нас есть такие какие-то, знаете, своеобразные представления о разных дарах. Как бы пастор – это тот, кто проповедует в церкви. Если человек проповедует в церкви скучновато, он учитель, правда же? Он как бы проповедник, ну такой скучноватый. Мы говорим, глубоко копает, как-то не поймешь ничего скучно. Вот. Если как бы у проповедника всего две темы, то это евангелист. Он сначала одну тему проповедует, потом другую, потом снова первую, потом вторую. Везде ездит и проповедует две темы, как бы это вот проповедник. А если проповедник проповедует и ничего не понятно, это пророк, значит. Как бы, знаете, что вот, и у нас есть такие, и мы со своими стереотипами часто ждем и думаем, как-то маловато пророков. Но вы знаете, очень часто Господь приходит так, как люди, вроде бы ожидая, тем не менее, не узнают. Мы знаем, что Иисус пришел в Израиль, и там не были материалисты и атеисты, они все ожидали Мессию, но какого Мессию они ожидали? Как какого-то царя великого, освободителя. А тут пришел росток из сухой земли. Пришел к своим, и свои что? Не приняли его. И я обратил внимание, что точно так же происходит сегодня. Люди не были глупее раньше. Точно так же сегодня, когда часто приходят дары, у нас есть свои своеобразные стереотипы. И мы не просто ожидаем, что Бог будет что-то делать, но Он должен делать именно в соответствии с нашими шаблонами. И когда то, что Бог делает, не вмещается в наши шаблоны, мы часто в недоумении. Я обратил внимание, что нередко в нашей стране, в России,
пророчества говорили люди, от которых, может быть, мало кто ожидал. Часто это говорили пророки, поэты, писатели говорили. Я когда читаю некоторые книги Достоевского, там словно пророчество, то, что происходило тогда и то, что будет потом, Максимилиана Волошина. Я думаю, не случайно, когда читаешь книги пророков, вы наверняка знаете, что многое в пророческих книгах написано как поэзия. Конечно, у нас в синодальном переводе это не поэзия, но в оригинале на иврите это стихи. Очень многие части пророческих книг это стихи. То есть смотрите, что-то происходит, как будто, когда слово вроде бы говорится, но не просто говорится, но говорится как стих. В этом словно появляется какая-то особенная сила. Сегодня тема моей проповеди – заповеди Иосифа. Но это не Иосиф, как, может быть, кто-то подумал, из Аримафеи, и не Иосиф, муж Марии, и не правнук Авраама. Я хочу поговорить про заповеди Иосифа Бродского. Неожиданно, да? Вы знаете, Иосиф Бродский прочитал Библию в 23 года. Впервые у него появилось 23 года, это были 60-е годы, тогда было не просто достать Священное Писание. Он прочитал, и фигура Иисуса Христа во многом повлияла на его жизнь. У него есть много стихотворений, посвященных Библии, там «Сретенье», «Авраам и Исаак», где главный действующий персонаж не просто Авраам, но сын, не менее важен в этом его в таком поэтическом изложении. И каждый год практически Иосиф Бродский в декабре писал стихотворение, посвященное Рождеству. Там в некоторые годы этого не было, но почти вот каждый год, начиная с 23-летнего возраста и почти до смерти, он писал стихотворение, посвященное Рождеству. И вот в декабре 1988 года, когда он уже был Нобелевским лауреатом, Бродский выступил перед студентами Мичиганского университета. И он сказал речь, которая назвали потом «Заповеди Иосифа». Об этой речи было много споров, много противоречий, я думаю, потому что вот то, о чем он говорил, было очень сильно связано со Священным Писанием, с Библией. И сам Бродский сказал, что очень важно в своей жизни ориентироваться не только на уголовный кодекс, на статьи уголовного кодекса, но на какие-то принципы, которые даны нам свыше. И Бродский говорил студентам: «Я, конечно, говорит, не Моисей, а вы не ветхозаветные евреи. И то, что я вам говорю, написано не на каменных скрижалях, а написано на листках моего блокнотика. И мой гнев не падет на вас, если вы нарушите что-то из того, что я вам говорю». Он говорит: «Но я вам советую прислушиваться к тому, что я говорю. Прислушайтесь к тому, что я говорю». И когда я читал эти заповеди, вы знаете, это не только важно для нас, христиан, думаю, это вот особенно важно для молодых людей. Я хочу сегодня вечером, чтобы мы с вами разобрали вот эти 6 заповедей Иосифа Бродского. И я абсолютно убежден, что каждого из вас, для каждого из вас какая-то из заповедей будет очень важна и очень актуальна. И первую заповедь, которую он сказал студентам Мичиганского университета, он тогда выступал на огромном большом стадионе, первая заповедь звучит так: «Сосредоточьтесь на точности вашего языка». Бродский так говорил: «Старайтесь расширять свой словарь и обращаться с ним так, как вы обращаетесь с вашим банковским счетом. Уделяйте ему много внимания и старайтесь увеличивать свои дивиденды. Цель здесь не в том, чтобы способствовать вашему красноречию или профессиональному успеху, хотя впоследствии, возможно, и это, и не в том, чтобы превратить вас в светских умников. Цель в том, чтобы дать вам возможность выразить себя как можно полнее и точнее, ибо накопление невыговоренного, невысказанного должным образом может привести к неврозу. Способность изъясняться отстает от опыта. Это пагубно влияет на психику». Вы знаете, драгоценные, сколько в Библии мест, которые так или иначе посвящены языку, правда же?
Я прочитаю одно из мест, чтобы вы не сказали, тут приехал с Екатеринбурга пастор, что-то нам Бродского читал. Какое это имеет к Библии отношение? Смотрите, притчи, 18 глава, 20 стих. «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Я замечаю, что очень часто христиане воспринимают эти слова магически. Мы вообще вот по нашей плотской природе язычники часто, и мы склонны во всем видеть магию. Я даже с удивлением вижу, как в социальных сетях у некоторых рождается ребенок, и они закрывают ему личико ромашкой, например. Видели такое? Или сердечком рисуют, как бы. Странно, ты как бы демонстрируешь своего ребенка, но лица его не видно. Какой смысл в этом? А почему так делают, а? А чтоб не сглазили, правильно же? Колдуны, бабки, ведьмы всякие, не сглазили, чтобы. Так вот, знаете, такое мышление точно так же. Вы знаете, вот бывает, что никто не скажет, и все верующие, ой, ты что сказал, ты что сказал? Я как-то проповедовал, ко мне после проповеди одна сестра подошла и говорит, пастор, вы что сказали такое на проповеди? Я говорю, что я сказал такое на проповеди? Она говорит, вы сказали, я поражен. Я говорю, я переживаю за вас, пастор, я всю проповедь не слушала, молилась, чтобы вы не умерли. Знаешь, некоторые доживают до старости и не понимают, что слова в нашем языке имеют порой не одно, а два, три и даже четыре значения. И когда я говорил, что я поражаюсь, я имел в виду, что я удивляюсь, я не ожидал такого, правда же, понимаете? А мы думаем, то есть послушайте, драгоценные, мы люди несовершенные, и каждый из нас может что-нибудь брякнуть не в попад или пошутить неудачно, ну бывает же такое, а? Если вы думаете, что Бог стоит с дубиной и только ожидает как бы наказать вас за какое-то оброненное неудачное слово, ну не знаю, я верю в другого Бога. Мой Бог, Бог милостивый. Поймите, все мы можем сказать какую-нибудь глупость. Не страшно, покайся и живи дальше спокойно. Здесь имеется в виду другое. Важно не какие-то случайно оброненные слова. Важно, какая у нас речь. Примитивная речь, сорная речь. Она автоматически ограничивает нашу жизнь и лишает нас Божьих благословений. Вот в чем дело. В этом проблема матерных слов. Да мне, мат, это язык бесов. Послушайте. Проблема матерных слов в том, что матерные слова, они делают нашу речь примитивной. Я, конечно, не буду примеров приводить, да, сейчас. Но одно матерное слово может вызывать и радость, и злость, и удивление, и утверждение. Зачем формировать язык? Просто можешь спокойно материться, и, знаешь, и так появляется, люди что-то говорят. Как помните в детстве, да? А он только му-да-му, а к чему, почему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. Часто люди, вот, я смотрю, верующие, они пробуют проповедовать, евангелизируют. Такое, что ты пишешь, странное. Ну, вообще непонятно. Я христианин уже больше 30 лет. Я-то разобраться не могу, что они имеют в виду. Поэтому, драгоценные, знаете, важно читать сложные книги, слушать умные лекции. Вот лично Бродский, он такую вещь делал. Ну, он вообще, ну это гений, что с него взять? Он брал толковый словарь и на ночь читал, например, слова на букву «З». Поэтому его речь была настолько богатая, а мышление настолько развито, что на самом деле часто его стихи очень трудно с первого раза воспринимать. Настолько они концентрированные. Я читал немало исследований, например, профессор Джонсон О'Коннор, он более 20 лет провел в исследовании, как словарный запас влияет на жизнь человека. И там большое исследование, я не буду все говорить, но они пришли к выводу, если что-то и влияет на возможный будущий успех, то это именно богатая лексика, они говорят. Но важно, драгоценные, оттачивать слово не только, чтобы там быть успешным в жизни. Очень много проблем приходит, когда мы этим не занимаемся. Если вы читали Оруэлла, 1984 роман,
Там показано, как они влияли и запрещали многие слова, чтобы ограничить лексику людей и таким образом сделать их мышление примитивным и через это легче людьми манипулировать. Поэтому, драгоценные, очень важно развивать свою речь. Важно развивать свою речь. Ко мне приходят, как пастору часто, семьи, у которых трудная ситуация. И вот мы садимся втроем, я замечаю, что они не умеют формулировать то, что они хотят в семейной жизни. Вот говорят что-то вот друг другу, да? Нам поможет избежать многих конфликтов, наладить много отношений, если мы научимся четко формулировать, что мы хотим. Марк Твен говорил, что разница между точным словом и полуточным словом, как между молнией и светлячком. Это очень важно, когда мы умеем формулировать. И, конечно же, драгоценные, это особо важно, если мы с вами хотим проповедовать Евангелие. Мы видим сегодня, как мир меняется, восприятие людей меняется. Заметьте, сегодня люди не склонны много и долго слушать, правда же? Как в наше время скоростей, в наше время информационного бума, технологического бума, как мы можем донести этим бежащим людям Евангелие? Мы так много хотим, но как вот у Райкина в знаменитой миниатюре про пропагандиста, он говорит: сила в слове, Федя, у тебя есть, но о чем сказать, непонятно. Сила есть. У нас в Екатеринбурге есть один парень очень интересный. Его зовут Тимофей Радя. Может быть, слышал кто-нибудь? Он художник, очень известный в России. Он занимается стрит-артом. Он, ну, молодой парень. И он в разных местах города Екатеринбурга, и не только, он в Алма-Ате, в других городах, он помещает свои инсталляции. Я вам просто покажу некоторые инсталляции. Можно? Вот смотрите. Первая инсталляция. Вот это в самом центре Екатеринбурга, если вы были. Вот идешь так, а к чему мы привыкаем? Мы привыкаем, что вокруг везде что горит? Реклама. Тут там Кока-Кола, тут еще что-то. И вот ты идешь и думаешь, очередная реклама, и вдруг, кто мы, откуда, куда мы идем? Я когда впервые увидел, думал, это что мне хотят продать? Там смотрел с другой стороны, может, там они что-то, знаете, если бывает же такая спрятанная реклама. Нет. Это просто, вот, знаешь, идешь ты вечером. Я вам скажу честно, этот вопрос многих проповедей стоит. Если ты о нем задумаешься, кто я, откуда и куда направляюсь. Когда я, будучи студентом университета, 17-летним, впервые столкнулся с проповедниками Евангелия, у меня были только вот эти вопросы. Кто я? Откуда я вообще взялся и куда я направляюсь? Я не понимал этого. Еще его работа, можно показать? Смотрите, вот это на одной из крыш нашего города такая надпись есть. Тимофей Радя сделал. Тебя видно. Видите? Тебя видно. Сразу возникает вопрос, это кому он написал? А? Может быть, люди взлетают на самолете, да, и ты взлетаешь, смотришь там в иллюминатор, тебя видно. Или там квадрокоптер у кого-то. Или, может быть, кто-нибудь там решил в Google Maps, вдруг ему идея пришла Екатеринбург рассмотреть, да? Смотрит, увеличивает, тебя видно. Но интересно, когда у самого, у Тимофея брали интервью, он сказал, а может быть, я имею в виду кого-то повыше? А? И ты думаешь, а кого повыше? Смотришь, Бог так читает. Послушайте, послушайте. И невольно возникает мысль, да? Ну, мы понимаем, конечно, там, ну, как там Бог понимает, я не знаю эту надпись. Но возникает сразу же вопрос. А я вижу его? Чем не евангелизация? Из двух слов состоящая. Или вот, можно еще одну его инсталляцию? Вот смотрите. Чем больше света, тем меньше видно. И вот эта же надпись, она все время горит днем.
Чем больше света, тем меньше видно. Самое мое любимое, вот и следующее можно показать, вот это самая любимая инсталляция, которую я очень люблю, про текст. Я бы обнял тебя. Есть там? Нету больше? Ну, там у него, в общем, есть еще такой у нас на доме такая большая надпись. И там написано: «Я бы обнял тебя, но я текст». И опять-таки ты читаешь, и ты думаешь: а я не текст. Че жду? То есть, понимаете, сегодня это время, в чем фишка этих людей? Они улавливают вот этот дух времени, и они синхронны, и поэтому короткие фразы, они словно попадают в цель. Но драгоценные, Священное Писание говорит, что наше слово должно что быть? Солью приправлено. Чтобы на самом деле оно попадало в цель. А мы часто говорим, я иногда слушаю, я понять вообще не могу, о чем проповедуется. Много слов, много шума из ничего. Важно научиться, как заповедовал нам святой Иосиф. А вот, видите. Неказистая немножко надпись, но со смыслом, с большим, правда же? И для меня, вы знаете, я думаю, вот люди меняются, время меняется, восприятие меняется, Евангелие вечно. Вы, молодые люди, вы должны находить те формы, чтобы донести Священное Писание до вашего поколения. И для этого очень важно, чтобы наше слово было как меч, то есть острым, заточенным. Поэтому нам, проповедникам, нужно формировать точную, лаконичную речь. И наше послание выглядит комично. Какой-то непонятный фарс, пафоса очень много. Люди, они так устали от пафоса и так изголодались по настоящим искренним словам отсюда. Правда же, драгоценные? И все это скажут: аминь. Переходим ко второй заповеди. Вторая заповедь от Иосифа. Старайтесь быть добрыми к своим родителям. Ну, конечно, это очень совпадает, понятно, с библейской заповедью, но вот Бродский так это поясняет. Если вам необходимо бунтовать, бунтуйте. Против тех, кто не столь легко раним. Родители – слишком близкая мишень. Так же, впрочем, как братья, сестры, жены и мужья. Дистанция такова, что вы не можете промахнуться. Я вам прочитаю эту заповедь из Второзакония, 5 глава, 16 стих. Это уже заповедь от святого Моисея. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Кто из вас хочет, хотя, конечно, в молодости об этом не задумываешься, кто из вас хочет долго жить, а? Вообще мало людей. Вот это неожиданность. Это как, знаете, в 60-е годы был лозунг: «Живи быстро, умри молодым». Но со временем, я вам говорю, молодые люди, вы пересмотрите вот этот свой взгляд. Со временем Борис Борисович Гребенщиков пел: «Жить быстро, умереть молодым – это старый клич, но я хочу быть живым». Со временем ты понимаешь, ты хочешь жить долго и ты хочешь жить благословенно. И вот Бродский, он здесь четко помечает, что, послушайте, конечно же, я... Опять-таки, за свою пасторскую практику столкнулся с разными ситуациями. И есть некоторые родители, которых я, честно говоря, даже родителями назвать не могу. Когда в семье было у детей насилие, вплоть до и психологическое, и сексуальное, издевательство и прочее. Это отдельные случаи, и тут, конечно, нужна и духовная, и психологическая помощь. Но, как правило, родители, да, они, может, не понимают тебя. Да, они могут иметь какие-то устаревшие взгляды, не то, что ты такой модный весь и прогрессивный из себя. Но Бродский четко говорит: послушайте, родители, они рядом находятся, это такая мишень, ты не промахнешься. Нам больнее всего могут сделать люди, которых мы больше всего любим, правда же?
Это очень важные вещи. Я не буду на этом долго останавливаться, потому что, конечно, об этом мы часто говорим в церквах, но очень важно почтительно относиться к родителям. А мы часто встаем в позу, за счет родителей самоутверждаемся. Вот с посторонними людьми мы очень деликатны, мы миндальничаем. А с родителями, а что с ними миндальничать? Ты все вот это, и ты наносишь раны. Бродский, он четко показывал, что между разными поколениями словно стены установлены. И из-за этого одно поколение не может другому поколению передать свой опыт. Только максимум некоторые советы доходят. Слышите? Некоторые советы. И нам приходится многие вещи изучать на своем собственном опыте, вместо того, чтобы взять опыт других и, исходя из них, подняться на более высокую ступеньку. А мы словно одно и то же проходим заново, по много раз, из поколения в поколение, понимаете? Имей мудрость, по-доброму относись к своим родителям. И все это скажут аминь. Третья заповедь от Иосифа. Мне нужно быть очень аккуратным в современное время, чтобы о ней говорить. Но, как говорится, претензии к классику. Не слишком полагайтесь на политиков. Бродский это так комментирует. Послушайте, почему не нужно полагаться? Не столько потому, что они неумны или бесчестные, как чаще всего и бывает, но из-за масштаба их работы, который слишком даже велик, даже для лучших среди них, они могут в лучшем случае несколько уменьшить социальное зло, но не искоренить его. Вы знаете, я вот часто удивлялся, когда, помню, за границей смотрел на политиков, а у них часто политики, там, как и там премьер-министры, там где-то в магазине их фотографируют. Или там мэры городов на велике ездят, там Лондона. Я помню, читал новость, думаю, вот это новость. Мэр города ехал на велосипеде, там хулиганы избивали, поймали девушку, он спрыгнул, взял насос, прогнал хулиганов, девушку спас. Думаю, вот это да. Я вот про нашего мэра Екатеринбурга не могу такого представить, хотя, конечно, понятно, не такой это Лондон крутой город, как наш Екатеринбург, но все равно же... А потом я как-то был в Германии, и у меня один друг немец, такой очень веселый человек, он говорит, Виктор, говорит, ну как ты понять не можешь? Говорит, так что в них особенного, в этих политиках? Я говорю, ну в смысле, как что? Он говорит, ну понимаешь, говорит, если говорит, человек умный, он идет в науку, он наукой занимается, или в IT куда-нибудь сферу. Если человек творческий, да, он либо в музыку, либо в живопись там идет куда-то, да, туда. Если человек мудрый, то он там философией занимается. Если там предпринимательская жилка, то он бизнесом занимается. А если ни творчества, ни ума, ни мудрости, ни жилки. Чем ему заняться? Вот, говорит, и это. Но знаете что, даже когда мы говорим о лучших среди них, ну вот представьте, ну вот даже бывает в квартире ремонт делаешь, и то что-нибудь упустишь, а тут целая страна, представьте. Кому это посильно? К тому же они люди несовершенные, поэтому думаю, хорошо их менять периодически, да? Тут могли бы не радоваться, не подставлять меня, что ты ж. Я, может быть, совсем не то имел в виду, что ты думаешь. И вот завершим эту заповедь Священным Писанием. Иоанна 6 глава, 12 стих. Давайте из Евангелия удалимся в историю. «И когда насытились, то сказал Иисус ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, узнав, что хотят прийти
нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Смотрите, Иисус сознательно ушел от политической карьеры. Почему? У него не было иллюзий об этой сфере. Я когда в конце 80-х принял Иисуса Христа, это было время, разгар перестройки, и многие мои друзья говорили: «Виктор, да ты что, в религию вдарился? Сейчас нужно политикой заниматься, время такое, перестройка!» Я потом спустя годы встретил большинство из них, и знаете, все они оказались разочарованными. И спустя годы они говорили мне: знаешь, да, ты все-таки правильно сделал решение. Потому что я вам скажу, да, я многое меняю в своей жизни, какие-то взгляды, какие-то позиции меняю, но я никогда не пожалел, что в конце 80-х я своей судьбой избрал следование за Иисусом Христом. А? И каждый верующий да скажет. И каждый следующий за Христом скажет. Аминь. Четвертая заповедь. Вот это вот, как бы, вот это вот уже посерьезнее будет, особенно для любителей лайков. Старайтесь быть скромными. Бродский так комментирует это, послушайте. Уже и сейчас нас слишком много. Это 80-е годы, он еще не знал, сколько нас тут сидит в Сочи. Уже и сейчас нас слишком много. И очень скоро будет много больше. Это карабканье на место под солнцем обязательно происходит за счет других, которые не станут карабкаться. Всегда есть что-то неприятное в том, чтобы быть благополучнее тебе подобных. Особенно, когда этих подобных миллиарды. К этому следует добавить, что богатых и знаменитых в наши дни тоже толпы. И там наверху очень тесно. Так что если вы хотите стать богатыми или знаменитыми, или и тем, и другим в добрый час, но не отдавайтесь этому целиком. Я когда читал эту, его заповедь, его комментарии, я сразу вспомнил притчи, 25 глава. Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Знаете, недаром говорят, что яд от лекарства отличает одно – мера. В меру – лекарство, через меру – яд. Я очень люблю иногда мед, и мед – это полезно. Но если его наесться много, там начинается изжога, правда же? Так вот, драгоценные, послушайте. С одной стороны, имя помогает тебе в жизни – с другой стороны, если всю жизнь положить на то, чтобы прославить свое имя, ты потратишь жизнь в пустоту. У меня есть проповедь одна, что в имени тебе своем. Я там как раз проповедовал о нашем музыканте Владимире Вавилове, который стремился выпускать свою музыку, но он знал, что его музыку в советское время не пропустят, и он свою музыку приписывал там композиторам прошлого, Франческо де Милано, лютни 16 века. И вот под именем Франческо эту музыку издавала наша студия грамзаписи «Мелодия». Потому что ему было важнее не свое имя прославить, пускай другое имя. Он хотел донести то, что наполняло его сердце. Послушайте, как это сегодня важно нам. Слава, она не стоит часто того, что люди подразумевают. Она не дает ни успокоения, ни счастья, ни мира, ни комфорта. Нервы сплошные. И послушайте, через 200 лет почти всех нас забудут. Это правда. Вы много помните людей вот дальше, чем 200 лет? Ну, гении. И обычно гении из гениев. Да, там, ну, Моцарт, Бах, ну, вспомнил. Сегодня вроде бы важно, ты стоишь на сцене или ты там сидишь. Ага. Через 200 лет все равно. И когда люди делают все, лишь бы там набрать лайки, лишь бы больше у них было там фолловеров, лишь бы больше там просмотров было. Всю жизнь я хочу прославиться, я хочу стать известным.
готовы ради славы грязь есть, чтобы прославиться, из канализации пьют. Столько не сделают они ради этого. И проблема, когда мы с вами верующими, мы похожи на таких. Поймите, скромность – это не париться о том, как ты кажешься другим людям. Делай спокойно свое дело. Люди часто в мире это понимают больше, чем мы. Знаете, мне на всю жизнь вот запомнились строки, еще помню, со школьных скамьи другого нашего поэта, Бориса Пастернака. «Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех». Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов и окунаться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен ни единой долькой не отступаться от лица, но быть живым, живым и только до конца. Понимаешь, когда... Спасибо за такие аплодисменты во время пункта о скромности. Понимаете, когда мы говорим о скромности, ее важно не путать со стеснительностью. Это разные вещи. Скромность – это осознанная позиция. Ты осознанно выбираешь. Стеснительность сейчас от тебя не зависит. Ты просто тусуешься, ты смущаешься. Ты бы не хотел этого. Ну, так происходит. Поэтому часто скромные люди, они не стеснительные. А стеснительные часто не скромные. Потому что стеснительность – это психологические проблемы. А скромность – это наш осознанный выбор. И я думаю, драгоценные, чем часто... Меньше будет нас, тем больше будет Его славы. Посвяти себя призванию. Посвяти себя призванию. У меня некоторое время назад брали интервью Yes, He Is. Знаете, да, это Yes, He Is. Брали интервью, когда... И у меня такой вопрос задали. Говорит, Виктор, говорит, а почему после определенного момента вы вдруг пропали? Раньше вы там на телевидении были очень много, а потом как-то вас стало все меньше и меньше. И если вы смотрели интервью, я там не знал, что ответить, потому что я должен был сказать про скромность, что я понял силу скромности, но это уже было бы автоматически нескромно, да? Но это очень важные вещи, драгоценные, когда в действительности ты больше переживаешь о Его славе. И все это скажут «Аминь». Следующая заповедь, пятая заповедь от Иосифа. Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы. Я хочу сразу оговориться, конечно, есть настоящие жертвы, есть люди, пережившие боль и насилие. И тут надо, конечно, в этом случае нужна особенная работа и духовная работа. Но есть те, кто принимают на себя статус жертвы. И вот что об этом говорит Бродский. Каким бы отвратительным ни было ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы, историю, государство, начальство, расу, родителей, фазу луны, детство, несвоевременную высадку на горшок. Мы могли бы добавить с вами пасторов, лидеров домашней группы, а епископы, они вообще во всем виноваты, я считаю, да? В момент, когда вы возлагаете вину за то, что вы на что-то, вы подрываете собственную решимость что-нибудь изменить. В конце концов, статус жертвы не лишен своей привлекательности. Мы все внутри немножко мазохисты. Он вызывает сочувствие, наделяет отличием, и целые страны и континенты нежатся в сумраке ментальных скидок, преподносимых как сознание жертвы. Старайтесь уважать жизнь не только за ее прелести, но и за ее трудности. Они составляют часть игры. Знаете, когда ты
принимаешь на себя статус, роль жертвы, ты словно снимаешь с себя ответственность. Ну, как вот, помните, бриллиантовая рука? Не виновата я, он сам пришел. А ты в чем виновата? Я не виновата. Я не виноват, Господи. Вот жена, вот кто ее привел? Ты привел. Я даже не буду брать места из Библии, куча, да, когда вот люди принимают статус жертвы. Ну, я жертва обстоятельств, так сложилось. Жена откуда? От тебя. Она меня накормила. С кого спрос? Она говорит, а змей откуда взялся, да? Он подполз, да без него бы. Кто создал этот весь зоопарк? Ты создал, Господи. Я не виновата. Там дальше история умалчивает. Может быть, это змея, говорит, это ежи меня подговорили. Там еще что-нибудь такое. Мы всегда найдем, на кого спихнуть, как будто мы вообще не отвечаем за свою жизнь. Ну вот так вот у нас, знаете, сложилось. Помолитесь за меня. Почему опоздал? Бывает, так, знаешь, мы собираемся, договариваемся. Кто-то пришел через час. Почему опоздал? И тут начинается. Бог творец, и мы творцы. Говорит, братья, если бы вы знали, что было на автобусной остановке. И начинаются такие разговоры, правда же? Люди начинают что-то придумывать, начинают сочинять. Ты знаешь, по большому счету, мы как верующие должны понимать, когда мы ищем эти всевозможные отмазки, то мы, по сути, обвиняем Бога. Ведь Иисус сказал, что у нас и волосы на голове сочтены, тем более автобусы на остановке. И вообще, я вам скажу, я недавно как-то читал Евангелие от Луки и обратил внимание на хорошо известную притчу о блудном сыне. Я вдруг понял одну вещь, которую я читаю много раз, эту знаменитую притчу не замечал. Смотрите, младший сын там вначале забрал имение, все там растратил, ужасная жизнь, его предали друзья, он нищенствовал, там пытался рожками наесться, и то ему никто не давал. И вот он пришел к отцу, получил прощение, и там был пир, помните? И был старший сын, у которого в жизни была стабильность. И у него там было все стабильно. Я вдруг, читая, понял, люди, у которых часто не бывает проблем, они потом и радоваться не могут, потому что кому прощено много, тот и возлюбил многое. У нас как-то дома собралась молодежь, мы там вместе общались, ели пиццу, там очень интересный фильм вместе смотрели. И некоторые были из молодежи нашей команды, нашего костяка, они были впервые у меня в гостях. Я потом вечером, они ко мне подошли, знаете, вот с такими горячими глазами, говорит, пастор, как у вас хорошо, как бы мы мечтали быть вашими детьми. И знаешь, я когда посмотрел на моих детей, они так говорят, мечтали. Не все так идеально, нет, не все. То есть, понимаешь, вот часто люди, вот когда приходят, у них в жизни такой трэш был, чего только они не нахлебались. И потом они приходят в церковь, и для них это же что-то такое, просто духовный Эверест какой-то. А эти верующие на три буквы, ДВР, я имею в виду, они смотрят и такие, ну, мы тоже, радуйтесь, да? Вот типичный вот этот, да, вот эта вот стабильность. Поэтому, ты знаешь, если ты хочешь такой жизни, вот так все стабильно. Слава Богу вот за это, слава Богу вот за это, слава Богу вот за это. Правда же, драгоценная? И когда у тебя в жизни возникают проблемы, видь в них новую возможность всегда. Мы долгое время мечтали о здании в Екатеринбурге. И мы хотели, у нас огромный город, 1,5 миллиона, пятый в России по численности. И мы когда мечтали, мы хотели иметь в центре здание, потому что, ну, у нас если где-то вот на окраине, мы были на окраине, там часто 2 часа ехать. То есть, если вечером собрание, там приехал и уехал сразу же. И 4 часа, как не бывало. И мы ходили в центре города. И я помню, я не просил пожертвований. Ну, конечно, мы собирали пожертвования. У меня есть много друзей в Европе, в Америке. Я не просил пожертвований. Думал, дайте нам займ. У них там даже займы 1-2%. Говорю, дайте вот вам займ, помогите нам с займом. Мы вернем все. Ну, не под наши жуткие проценты. А вот, и ты знаешь,
Мои друзья очень близкие, ничего не получалось ни в Германии, ни в Европе, ни в Америке. Я даже обозлился, думаю, вот друзья, как надо деньги занять, нет их. Это был 2014 год. И тут мы покупаем здание, Бог нам дал возможность, и мы связались с людьми в России. Это была весна 2014 года, а осенью 2014 года доллар вместо 30 рублей стал 60 рублей. И я подумал, если бы я взял займ где-то в Германии или в Америке, сумма бы за полгода увеличилась в два раза в рублях. Иногда мы думаем, это проблемы, а на самом деле это Бог нас уберегает. И все да скажут, поэтому не будь жертвой. Хочется, знаешь, иногда сесть, потому что у меня друзья были, да все предали меня, никто мне не помогает, ничего не дает мне. А может быть, это Бог им не дает, чтобы они тебе помогали. И последнее, шестая заповедь. Умейте прощать. Тема обиды – это очень обширная тема. И я знаю, что мы часто обижаемся, хотя нас вообще никто не обижал. Но тут имеется в виду прощение, когда нас действительно обидели. И вот посмотрите, как Бродский это комментирует. «Жить в обществе – значит прощать. Старайтесь не обращать внимания на тех, кто пытается сделать вашу жизнь несчастной. Терпите их, если вы не можете их избежать. Но как только вы избавитесь от них – забудьте о них немедленно. Прежде всего, старайтесь не рассказывать истории о несправедливом обращении, которое вы от них претерпели. Избегайте этого. Сколь бы сочувственной ни была ваша аудитория, россказни такого рода продлевают существование ваших противников. То, что делают ваши неприятели, приобретает свое значение или важность от того, как вы на это реагируете. Поэтому промчитесь сквозь или мимо них, как если бы они были желтым, а не красным светом. Не задерживайтесь на них мысленно или вербально. Так вы избавите клетки вашего мозга от бесполезного возбуждения. И знаете, здесь Бродский подчеркивает в теме прощения еще одну важную библейскую истину. Прощение – это не просто, знаешь, я вот, конечно, простил, но я все помню. Простить значит забыть. И смотрите, у кого у пророка Исаии знаменитые слова, 43 глава, 25 стих. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. Поймите, Бог не просто нас прощает, но у Него всегда есть томики с нашими грехами. Он не вспоминет и даже изгладит их, то есть выбелит, их не будет преступления. А ради чего он это сделает? А? Ради себя самого. А мы как молимся? Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И это нужно даже не столько ради них, хотя ради них тоже. Это нужно ради тебя. Мне Бог дал такое благословение, знаете. Я вот не знаю, у меня есть и минусы, у меня есть и некоторые плюсы. Один из моих плюсов, когда в моей жизни происходит что-то негативное, я довольно быстро это забываю. И часто забываю полностью. Вот, например, мы когда вечерами с супругой иногда смотрим фильмы, к сожалению, не так часто удается в последнее время, вот мы смотрим фильм, и если мне фильм не нравится, я буквально в скором времени забываю. Хорошие фильмы я помню детально. Плохие фильмы я забываю сразу же. Даже бывало несколько комичных случаев, когда мы включали фильм, и мне жена говорила, слушай, так мы же его уже видели. Я говорю, да ну. Говорит, ну как, ты еще недовольный, ворчал все кино, тебе не понравилось. Я говорю, не помню. И точно так же бывают люди, приходят, говорят, пастор, мы хотим попросить прощения, там несколько лет назад, я смотрю на него и говорю, да я не помню этого. Говорит, да правда? Я говорю, нет, не помню. Я не шучу, я не играю, я не помню. Если бы я помнил все грехи всех прихожан нашей церкви за все 30 лет, я бы не мог проповедовать, я бы вышел вот на проповедь, смотрел бы, думаю, а, собрались блудники, воры, негодяи.
Знаю, что вы опять все будете не слушать, что я говорю. Я не помню. И ты знаешь, это хорошее качество. Если ты хочешь быть похожим на Него, Он изглаживает преступления твои. А как насчет тебя? Как насчет тебя? Вы понимаете, это вот у нас есть ограничения. Мы не Бог. Бог безграничный. А мы имеем ограничения. Мы имеем большие возможности, но все равно ограничены. И у нас память, она все равно ограничена. Это компьютер, вот не хватает памяти. Купил, вставил, и у тебя еще дополнительно память есть, правда? А тут же ведь не купишь флешку, не вставишь в голову дополнительно. У нас ограничен лимит памяти. Зачем забивать нашу память негативной, ненужной информацией? Об обидах. Изглаживай это. Иосиф Бродский в одном из своих стихотворений пишет: «Сверни с проезжей части в полуслепой проулок, и, войдя в костел пустой об эту пору, сядь на скамью и, погодя, в ушную раковину Бога, закрытую для шума дня, шепни всего четыре слога: прости меня». И мы можем с вами продолжить словами Христа: как и мы прощаем должникам нашим. Умей прощать. Это избавит тебя от нервозов. Это отрежет негативные вещи в прошлом, чтобы ты их мусолил. Бродский точно подметил: когда мы негатив помним и помним из года в год, мы продлеваем ему жизнь. Забудь и изгладь это. Вы знаете, я думаю, что вот эти заповеди Иосифа вызвали в 1988 году столько много споров, потому что, когда я их читал, я увидел, как сильно они переплетены с Библией, переплетены со Священным Писанием. И эти вещи он сказал на этом большом стадионе для выпускников Мичиганского университета. Когда меня пригласили к вам на конференцию, я спросил у организаторов, а какую тему вы хотите, чтобы я брал, о чем говорить? Они мне сказали: Виктор, говори о чем хочешь. Одна просьба, чтобы это не была проповедь, которую все давным-давно знают, чтобы мы ее слушаем по второму-третьему разу. То есть проповедь должна быть новой. То, что я говорю, на самом деле вы это нигде пока не услышите. Я помню, сел и начал молиться. И я понял, что то, что я хочу вам сказать, молодые люди, собранные здесь, не только с южной части России, но, я так понимаю, из многих-многих городов, то, что я хотел вам донести, вот эти вот 6 заповедей Иосифа, потому что по большому счету, когда вы их слушали, вы думали, понимали, что Иосиф просто транслировал то, что Бог задолго до Иосифа сказал нам в своем слове, в Священном Писании. И это Слово Божье, оно может благословить и насытить жизнь каждого из вас. И каждый верующий это скажет. Аминь. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвование возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе. В сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь «Новая жизнь» города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа. Пожертвование на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8 912 22 333 02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия.